Привет! Меня зовут Евгений. Меня Виктория. Мы приветствуем вас на канале Вселенная Beautiful World. И сегодня наш проект «География России» приехала в шахтерский поселок, который называется Шолоховский. Который расположен в Белоклитвинском районе Ростовской области. Давайте узнаем историю этого поселка. Первые упоминания о поселке Шолоховский можно найти в пояснительной записке к проектному заданию строительства шолоховских шахт «Южная» и «Северная». Треста «Багураев уголь» от мая 1950 года, где учтены все положения основных технических направлений в проектировании, утвержденные приказом министра номер 660 от 30 ноября 1949 года. Руководство треста «Багураев уголь» направляет ходатайство в сельхозартель «Красный борец» Косырского района, «Верный путь к коммунизму» Литвиновского района, колхоз имени Сталина Белоколитвинского района. Постановлением Общего собрания колхозников сельхозартели «Красный борец» от 10 мая 1950 года удовлетворено ходатайство треста «Багураев уголь» об отводе для строительства поселков 120 гектар общественных земель колхоза. Исполком Косырского райсовета депутатов трудящихся решает согласиться с постановлением Общего собрания колхозников. Поселок Шолоховский обязан своим возникновением угольным залежам. Шолоховский пласт. Именно так назвала геолого-разведывательная партия открытые месторождения. Руководил этой партией Шолохов. Шахтеры – народ особый, их работа тяжела и опасна. По статистике, в то время каждый миллион добытого угля забирал одну человеческую жизнь. А сколько шахтеров покалечено, поэтому они и трудились, и праздновали по полной. Вначале строили дома барачного типа, времянки и деревянные домики. В настоящее время все они снесены. Позже началось строительство капитальных зданий, как жилых, так и объектов социальной инфраструктуры, школы, садики, больницы. В строительстве поселка принимали участие бригады из Братской Болгарии. В архивных документах Каменского облисполкома 1953-54 годов числится запись о строительстве новостройки поселок Шолоховка, находящегося в административно-территориальном подчинении поселка Горняцкий Литвиновского района Каменской области. В 1955 году построен клуб имени Димитрова, в котором молодежь проводила отдых после напряженных трудовых смен, смотрела фильмы, танцевала и пела песни. В 1956 году была построена средняя школа рабочей молодежи, которую посещало большое количество молодежи для повышения уровня знаний, получения среднего образования, для дальнейшего обучения в среднетехнических и высших учебных заведениях. Стройка набирает обороты. В 1956 году открываются вторые ясли. Строится большой красивый дом культуры. В 1959 году строится школа-интернат. Открывается 8-летняя школа. Поселок развивается. Население поселка увеличивается, образовываются молодые комсомольские семьи, увеличивается рождаемость детей. Строятся один за одним детские сады «Ягодка», «Снежинка», «Солнышко». Позднее «Красная шапочка», «Орленок» и «Золотой петушок». В 1968 году начал свою деятельность «Дворец культуры», в котором работали кружки вязания, мягкой игрушки, резьба по дереву, чеканка, выжигание, фотостудия, изо-студия, вокальная студия, класс игры на фортепиано, баяне, гитаре, драм-кружок, кружок ройки и шитья, кружки танцевальные, балетная студия, спортивные секции. Работала библиотека. Ребята учились в школах в три смены. Численность классов превышала норму, поэтому было начато строительство второй средней школы. В сентябре 1969 года четырехэтажная школа номер 2, ныне общеобразовательная школа номер 8, распахнула свои двери ученикам.
Вскоре после открытия в школе был открыт литературно-краеведческий музей «Баян». Открыл его и учитель истории, краевед, писатель Ковешников. Музей функционирует и сейчас. Построена автостанция. Были открыты рейсы во многие города Ростовской области, Волгоградскую область, Луганскую область, так как молодежь, окончив школу, продолжила учебу в среднеспециальных и высших учебных заведениях за пределами поселка. Пика развития поселок достиг в 70-х годах прошлого столетия. Численность населения составляла почти 14 тысяч человек. Работали 3 шахты в поселке Шолоховский, шахтоуправление в соседнем поселке Горняцкий. Весь уголь с них, а также с соседних шахт Тацинская, Саткинская, шахтоуправление номер 5, принимала и перерабатывала центральная обогатительная фабрика Шолоховская. В Шолоховском угольном районе добывались ценные породы угля, так называемые длиннопламенные или коксующийся уголь. Именно коксующийся уголь используется для выплавки металла в доменных печах. Центральная обогатительная фабрика «Шолоховская» была уникальной обогатительной фабрикой, способной обогащать угли всех марок. Таких в бывшем СССР было всего 2. В поселке работало шахтостроительное управление, горно-спасательная часть, 2 автобазы, которые обеспечивали работу шахт. Снабжение с шахтерского поселка велось достаточно хорошо. Здесь в магазинах можно было найти любую дефицитную вещь, которую в другом городе достать было невозможно. В 90-е годы начался массовый развал угольной промышленности, который коснулся и угольных предприятий поселка. Началось закрытие шахт. В 1998 году ликвидирована шахта «Восточная». В 2002 году ликвидировано шахтоуправление «Шолоховская», в составе которого были 2 шахты – «Шолоховская» и «Северная». Остановилась центральная обогатительная фабрика «Шолоховская», автобаза, шахтостроительное управление, профессиональное училище. Это отрицательно сказалось на все сферы деятельности в поселении, на граждан поселка. Большинству из них пришлось вести поиски работы за пределами Белокалитвинского района. Закрытие предприятий, отсутствие поступлений налогов в местный бюджет отрицательно сказались на благоустройстве поселка. Ситуация начала меняться в 2010 году с назначением губернатором Ростовской области Василия Юрьевича Голубева. Он вырос в поселке Шолоховском, здесь жила его мама, поэтому он не забывает о родном поселке. За это время в поселке заменены все коммуникации, подведен газ, заасфальтированы все дороги, решена застарелая проблема с водоснабжением, когда вода подавалась по часам. Сейчас из кранов постоянно течет чистая нехлорированная артезианская вода. Капитально отремонтированы дворец культуры, дом детского творчества, 3 школы, техникум, 2 детских сада, поликлиника, больница, построенный дворец спорта, церковь. Построен новый микрорайон из 5 трехэтажных современных домов для переселения жителей бараков и аварийного фонда. Примечательно, что построен он на месте снесенных бараков и аварийного жилья. Отремонтирован поселковый центр, парк. На поселок сейчас приятно посмотреть, есть куда выйти и погулять и детям, и взрослым, и мамам с малышами. Однако хорошо отдыхается после хорошей работы, а с этим вопросом в поселке сложно. Количество рабочих мест в поселке сокращается и новых не появляется. Сейчас в поселке из производственных предприятий работают швейная фабрика «Глория Джинс», мебельный цех, автобаза и, собственно, все. Даже если добавить в этот список все муниципальные учреждения, такие как школы, детские сады, объекты торговли, то рабочих мест для 7-тысячного поселка это катастрофически мало. Именно поэтому в поселке достаточно много брошенного жилья, выставленного на продажу, и домов, которые просто пустуют. Особенно печально видеть это все после вложенных в поселок денег и труда. Слабым утешением, наверное, для жителей будет то, что похожая ситуация сейчас во всех малых городах и поселках, а тем более в деревнях. Если мы посмотрим на сайте, допустим, Авито, цены на жилье в поселке Шолоховском, то они стартуют от 350 тысяч. Можно взять даже вот дом за 800 тысяч, 50 квадратных метров на участке в 15 соток. То есть цены здесь достаточно низкие.
А все из-за того, что да, действительно, здесь нет работы. Обидно будет, если такой красивый поселок постепенно затухнет и просто исчезнет с карты Ростовской области. И вдвойне обидно, что непонятно, что можно предпринять, чтобы этого избежать. Виктория, ну как тебе поселок? Твои ощущения, впечатления? Ну, поселок, в общем, мне понравился. Хороший ремонт в центре, красивые здания. В принципе, все выглядит достойно. Я думаю, если работать на удаленке, то это идеальное место, где можно жить. Ну, вполне возможно. Друзья, оцените наше видео, поставьте лайк, оставьте комментарий. Подписывайтесь на наш канал. До новых встреч! Всем пока!